второй день специальным визитом в институт Сонди. Наша делегация научно-исследовательского института «Международное судьбоаналитическое сообщество» знакомится с наследием, с тем, что осталось в 21 веке от великого ученого Липота Зонди. Это человек, который объединил в своем собственном лице, в лице своего мировоззрения, своей науки, духовного и культурного наследия, которое мы видим в количестве 5 книг, а именно учение о судьбоанализе, этим человеком является Липот Зонди. Встретившись с преемником Липота Зонди, господином Ютнером, мы увидели человека, последнего, к сожалению, человека на сегодняшний день, кто знал его лично, который по-прежнему горит этим делом. А для него, говорит, это было бы, если вы поймете, действительно важно. Первое, на первом месте исследование, наука, а зарабатывание денег на втором месте. Он же auch die Familie behandelt, die Kinder. И его дети тоже были дистанционированы, что первое было наука, а деньги на втором месте. Nicht umsonst waren die Kinder nicht glücklich. Дети были несчастны. И для нас было по-настоящему самая мистическая, самая невероятная инициация, а именно некий такой великий событийный период, во время которого буквально за пару минут мы поняли друг друга без слов. Улыбнувшись, господин Ютнер, а человек он мудрый, сказал, что мы единственные, кто на сегодняшний день достойны нести знамя судьбоанализа. Итак, сегодня, как и вчера, у нас знаменательный день. Мы сумели не только услышать, но и увидеть и прикоснуться к наследию. Наследию великого Леопольда Зонди. Для нас большая честь, что мы сумели в этот день. Но, к сожалению, мы не сумели увидеть Зонди живым, но мы сумели увидеть его первого приемника Фридриха Ютнера. И теперь мы стоим на могиле того, кому мы отдали столько времени и сил и наследовали его учение. Мне повезло в жизни больше, чем, так сказать, всем остальным. Я встретил как бы на своем пути специалиста в этой области, моего учителя Михаила Ильича Федорчика, который как бы, в общем-то, и привел меня сюда, на могилу Зонди, как акт, так сказать, начала нашей как бы совместной деятельности как бы с институтом как бы Зонди. И я думаю, что раз институт Зонди в настоящий момент времени как бы не в состоянии проводить дальнейшие как бы исследования в области судьбоанализа, судьботерапии, судьбопсихологии, то есть второй институт, он расположен в городе Одессе, который должен на себя взять эти функции как бы, и продолжить деятельность института головного, который, к сожалению, на сегодняшний день не в состоянии с этой функцией как бы справляться. Сегодня, я бы сказал так, фактическое продолжение, начало деятельности в области судьбоанализа мирового. И благодаря Олегу Викторовичу Мальцеву мы сумели
прибыть сюда, прибыть на могилу Сонди. И как бы для нас это символический акт передачи. Передачи из рук в руки теории. Именно сегодня, благодаря Олегу Мальцеву и его коллеге Михаилу Викторчику, мы сегодня находимся здесь, в Цюрихе, в Швейцарии. Verabschiede mich. Okay. Und wir sehen uns heute Abend etwa 7:30. Das ist eine Schritte. Fünf Schritte nicht. Bis um 7:30. Ja. Goodbye. Alright. Wir sehen uns. Weil sie ist so weit weg. Ja. Yeah.